Цокольный этаж 12-го дома по улице Советской известен многим видновчанам как небольшой дом быта. Здесь можно цепочку от часов починить, обувь отремонтировать, сделать фото на паспорт. Но с недавних пор этот адрес появился и на культурной карте Видного. Открывать музеи в самых неожиданных местах уже давно стало хорошей традицией. Энтузиастам зачастую просто не хватает денег, чтобы снять большие площади. Именно поэтому в центре Москвы, Питера, Нижнего Новгорода, Самары можно встретить массу подобных заведений. Продолжателем традиции теперь стал и город Видное. Когда-то Александр Иванович Тепляков сам был обувных дел мастером, но сейчас сменил рабочий верстак на стол директора мастерской. Его вряд ли кто назовет сапожником без сапог. У него их целых 3000. Именно столько единиц насчитывает экспозиция музея, которую энтузиаст открыл рядом с мастерской в цокольном этаже жилого дома. А начиналось все 23 года назад. В 93 году вот на выставке обувной я увидел и купил эту туфельку в жели. Любая туфелька оказалась впоследствии, почти любая туфелька имеет свое предназначение. Вот это, например, соусница. Да? Вот на заднем плане салфетница. Есть просто декоративные. Здесь каждая вещь имеет свою историю, которой Александр Иванович по совместительству и единственный экскурсовод с удовольствием делится с посетителями. За более чем 20 лет увлечение превратилось в настоящую страсть. Езжу отдыхать в Европу, обязательно захожу на блошиный рынок. На блошином рынке изобилие таких вещей оказалось. И в основном всю коллекцию пополнил в Европе. На аукционы в интернете, как говорится, грубо говоря, не вылезаю. И обмениваемся, и приобретаю. Безусловно, здесь есть экспонаты из Соединенных Штатов и Канады, из Азии и, конечно, из России. Причем настоящей жемчужиной, если это слово применимо в нашем случае, своей коллекции Александр Иванович считает серебряный лапоть, изготовленный русскими мастерами в 1860 году. Павел Петрович уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене. Он придерживается славянофильских воззрений. Известно, что в высшем свете это считается весьма почетным. Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Иван Тургенев, «Отцы и дети», 1861 год. То есть лапоть был изготовлен аккурат за год до написания романа. Поскольку такие вещи делались вручную и на заказ, вероятность того, что эта вещица была у Ивана Сергеевича Тургенева на столе и таким образом перекочевала в книгу, весьма высока. Что подтверждает и интерес к ней других коллекционеров. Несмотря на наличие большого количества действительно музейных экспонатов, сам создатель выставки признается, что вышло все случайно. У меня сначала было две витрины в приемной. И люди говорят, у вас это, пошире поставьте. Это как сковано все было. Пошире поставил и стал дополнять. И получилось вот как-то спонтанно. В составе экспозиции авторские коллекции именитых европейских дизайнеров соседствуют с простыми и добротными ботинками неизвестных мастеров. Материал, из которого изготовлены экспонаты, самый разнообразный. От золота и драгоценных камней до камня и металла. Вот стальной башмак. Потрогать, как тяжело. Да, довольно. Имеет свое предназначение. А для чего? Катерешку ставят у камина. Бутылки и бокалы, пепельницы и солонки, сумочки и сундучки и даже заколки для волос. Что поражает посетителя больше всего, это человеческая фантазия, которая такую, казалось бы, тривиальную вещь, как обувь, смогла снабдить новыми качествами. У каждого из нас в гардеробе есть несколько пар обуви. Рабочие, выходные, парадные. А ведь если задуматься, любая из них лет через 100 могла бы стать музейным экспонатом. Что определяет ценность предмета? Наверное, время и человек, который смог в привычном увидеть удивительное и рассказать об этом другим людям. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.